А вот мы едем в Диснейленд с этой девочкой и еще с какими-то. Вот. Дим! Отошел. Девочки, ну это балдеж! Балдеж! Ладно, могло быть и хуже, могло быть и лучше. Красота невъебесная. Ё-моё, дай бог мне здоровья! Страшно пипец, на самом деле. Мы идем туда! Простите, извините, это кто? Моцарт на каникулах. Окей, секси. Так, надо туда зайти, пошли. Бесплатные такие штучки на голову. Вот. Сейчас оденем. До нас доебывается какой-то дядя. Мне страшно. Бесплатная часть. Вот тут Моцарт на каникулах. Вон там смурфики. Красиво. Она сказала, что это для мелких. Вот башня Гаргамеля. Это мы в смурфиках. Офигенный аттракцион, тут, короче, палка, которой надо попадать, ну, волшебной палочкой, мы в смурфиках, короче, в доме Гаргамеля. Туда попадать. Да. Тут вверх и вниз, короче, мы тут быстро очень, офигенно, очень круто. Мы идем на аттракцион, Дима сыкует, как обычно, да, он вообще лучше. Чтобы его забить, Оскар посмотрит эту историю, будет угорать на тебя всю жизнь. Все, мы заходим, мне уже страшно, я думаю, мы умрем. А Дима там, да, там застрял один, а это лох. Не идет с нами. Стоял с нами час и не пошел. Вот. И там один, кстати, застрял. Ну да ладно, это мелочи. Мы не катались, было охрененно. А, этот лох, как всегда, не пошел, конечно же. Задавайте его, застрял в комментариях. А вот, мы с Дианочкой охуенно было все. Мы идем к Эльзе. Ты уверена? Давайте поддержим их. Ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. А Дима опять засрал. Идем вот сюда. Вот, тут круто, короче, мау или все дела, какой-то хрень. Да, идем. А это, наверное, опять не пойдет, да? Ты же не пойдешь. Смотрите. Лиана. Решил не идти на этот тупой аттракцион с Лианой. Как на такой аттракцион может только Дима ходить. Я иду на этот аттракцион. Я считаю круто. Вот я иду на него. Вот. Интервью сейчас у зверя выберут. Аж. А где ты? Подожди. А там? Найди ее. Только что из этого дома прекрасного было достаточно страшно, да? Ну так. Но нам понравилось. Круто было все равно. Я там пытался всех просто унести, обосрать. Над всеми угорал, вот. Там мы испугали только хлопка. Ну, да, он. Я не испугался. Сундуком. Да, мы идем на этот аттракцион, мы стояли час, зачем, не знаю, какое-то говно.